Блять, и на кого? И кого? Куда, бля? Да, на туристов какие-то. Ебанная. Круто. Я кожу одеваю? Давайте. Не знаю, я нам... На, подожди, я на бомбу-буку переварпаю на 40. У меня тут бука есть, я не знаю, плит находится. Ну куда-то я прыгать буду сейчас. У меня фаерблоги, короче, диалог на 48. Выходите куда-нибудь на цель и это кинем все одновременно. Неважно по кому им да попадем. Давайте по кому попадем. Да мы со с разных сторон, блин. Да надо в одну цель ебошить. Ну куда? Да не будем мы одну цель ебошить, не сможем мы. Ты заебешься выходить сейчас на эти, на кого-нибудь. Ну а толку тогда кидать, если мы на всех куда? Да кого мы-то ёбнем, рассосутся народ. Блядь, так, мне надо переварпать, потому что я не могу на свою букву, бомбобуку выйти, потому что она ближе 100 километров. Цепляйте желательно тех, кто на МВД летит. Я переварпаю. Да зачем переварпаешь? Любую цель цепляешь и все. У меня цель ближайшая 110 километров. Ух ты, ёпта. Блять, я уже шмалять могу по четырем целям. Он собран по 2000 км кружит. Но мы не ёбнем, она очень быстро летает. Вот как раз пока она кружит, ты ее и цепанешь хорошо. Так что, давайте на станцию тогда будем от станции отсчитываться. Она вокруг станции хуй чего. Станция очень большая. Надо кидать, либо когда она возле тебя будет пролетать. Так, я на эту букву приварпаю, должен прийти удачно. Блять, они все расфуфырились, короче, в разных точках. Да потому что мы, блин, вала ебем. Мы бы уже давно ебнули и улетели. Они стояли пачками. У меня 4 тела, я по ним, они стояли рядом с друг другом. Я мог ебнуть бомбу. Да не говори, так, тихо, давай, стоп. Не говори, что там было. Вагабонд и Сабра в 36. Вот, выцеливай их. Какой? В одну цель стреляй. Да без разницы, стреляй между ними. Они ничего не сделают, они либо отварпают. Кулер, да мы не сможем в одну цель ёбнуть. Я вообще с другой стороны станции уже. Смотри. Да? Ну от меня вагабон 70 км, я могу, блядь, к нему дотянуться. Ну вот дотягивайтесь-то. Смысл в том, что не кидать как попало, куда попало, а в одну цель кидать. Тачар, ты правильно говоришь. Элизар, хуй. Я хуйню говорю. Но мы не сможем в одну цель ёбнуть нормально. Потому что они летают здесь. Ну если вы отварпаете сейчас на, расскажу куда планету, на четвертую, и приварпаете мне на десятку, у нас будет примерно одинаковые, мы в полосочку будем стоять. Отварпные планеты несудобные. По поводу этой полосочки мне не нравится, короче. Потому что... Окей, варпаю на четвертую планету. На четвертую? Да. Я в 30-ку. Я на сотку варпаю. Я на сотку. Давай. Ну и что? Ну будем мы полосочку стоять, растянемся. Между нами по 20 км будет итог. Нам надо в сторону лететь к кому-то. Вы будете лететь в сторону, а я буду стоять на месте. То есть расстояние до цели у меня будет меньше, чем у вас. Хорошо, сейчас тогда растянемся в цепочку. И мы сейчас погибнем все. Фреш, на тебя в десятку. Давай. Я на Ализарда в десятку. Я еще не наварпал. Да, хорошо. Блин, мы просто долго сейчас все это делаем. Нет, это так оно и есть, это бомберные темы же. Ализард, ты все, ты не бомберный. Я не опытный. Нет, эти терпения не хватает. Ты там прилетел. А, вижу тебя. Как слоном. Бух, бух, бух. Надо расчет.
Ну, если, конечно, йогурт, ну, то... Что, приварпал? Чем меньше я приварпал. Будет в этой толпе, тем будет лучше. Так, я на Лизарда десяточку. Давай. А кого ебашить-то будет? Сабров 33 у тебя. Да она на Андоке стоит. Она... А, это станция не их, скорее всего. На Андоке. Какой они, блядь. Сабра просто пиздец. Стоит. Да они не задокаются, это не их станция, блядь. И чё они её пиздили тогда? А чё Сабра не стреляет тогда, объясни. Ну, прикинь, не стреляет. Ахер, чё он не стреляет. Вторая Сабра стреляет. Так, получается, смотрите, стойте, вы же не двигались, надеюсь, нет. Да? Вот, стоим. Теперь смотрите, куда. А, получается, если мы сейчас... У нас как бы с правой стороны все они находятся, верно? Она всема. Алло, говорю. Да, че? Да, да, смотри. Вы сейчас находитесь... короче, вы должны... Вот надо выбрать цель и определить ее, и мы будем двигаться. Каждый Сабра на Андоке стоит. Перед Андоком. Вот она, красненькая, с черепком красным. Она задокается. Ну как она задокается, если не станцию пиздит? Она не пиздит. В том-то и дело, я говорю, что, ну, блядь, вот эти цели сейчас выбирать беспонтово. Мы сейчас друг друга расхлочим маленько. Давайте уж шустрее. Сабру, давайте ёбнем и все. Предлагаю дела. Зил. Вон цинобал. Вон цинобал, короче, на 48 км. Вот цинобалчика, блядь, идем. У меня 52. Мы его убьем. Цинобал с трех вон бьем. Че? Зил. Цинобал. Ну давай, цинобал бьем его. А, смотрите, ребят. А, Сабра с именем Агимон. 43 км от меня. Вот, давайте ее. У меня 39 км. Она... 35. Вот, пошлите на нее, короче. Все, давайте. Все, выбрали Гимон Сабру, поебать. 43 км. Сколько у кого? Ну, говори. У меня 39. 35. Выходим на 30-ку и останавливаемся, и все вместе бьем. Ну, мы сейчас можем это расклочиться. Почти уже, какой вывод получается? 35 км. 39. Останавливаясь, кулеры ждем. 37. Вы смотрите на список наблюдения, чтобы друг друга не. Чтобы друг друга заметил, что мы расскочимся. 35. 30. Позиция. Кулер, тебя ждем. 35. Еще ближе. Захожу еще ближе. User left your channel. Надо в толпу кидать. В Сабру кидай мне в толпу. Да я понял. Кулер, че там? 31. 30. Все. Разгон. Расклока и кидаем. Разогнался. Сбросил. Меня сбили. Сбили? Убили? Да. Да ёб твою да. Мать. Потому что я лох. Ёбаный, блядь, планетрогью нажал, блядь. Вошел в планетарный режим вместо того, чтобы варп нажать. Пиздец. Пиздец, эти кнопки, сука, заебали, блядь. Зашел такой, что, блядь, что ты за хуйня открылась? О, блядь, планетарный режим открылся. Ёбаный. Сука, кнопки, короче, бросили. Как, яйцо еще не убили? Я не знаю, я еще на яйце, блядь, секунды две втыкал. Че, по Сабре-то хоть попали? Я не попал. Я вообще не попал, блядь. Поэтому я говорил, блядь, надо было кидать по разным целям и в толпу куда-нибудь. Чтобы побольше целей было, блядь. Чтобы они хоть одного бы кого-нибудь зацепили. Ну мы зацепили, но не убили бы. Надо кидать в одну цель всегда. Я по Сабре не попал даже. Честно слово. Вообще, у меня дамаги ноль. Я попал. На сколько? Куда-то. Ой, тут целый список. Ну ты смотри, боевой корабль.
какую-то капсулу попал. Кулера!